Здесь я хотел обратиться в первую очередь к тем собственникам, которые имеют этот замечательный парк железнодорожный. Я понимаю, затраты на его содержание немалые, но вместе с тем, когда-то на что-то кто-то рассчитывал. Ничего личного, но делается ремонт, как я говорил, дорожного полотна, бюджетные средства, делается ремонт дороги, благоустройство пешеходной. И, соответственно, когда-то, брав собственность, на какие-то собственники рассчитывали свои усилия. Поэтому я прошу, еще раз к собственникам обращаюсь, привести минимальный порядок здесь. Срок месяц даю, начиная от того, что выровнять с той стороны забор, видели, в каком он все состоянии, и, соответственно, сделать обрезку деревьев. Также необходимо здесь частично покосить траву. Я считаю, что жив в таком прекрасном, проживая в таком прекрасном городе Ачинск, не соблюдая здесь чистоту, это, мне кажется, должно быть. Пойдемте дальше.